Небольшая информация для цветоводов-любителей. Начинающий цветовод задается вопросом, почему мои гортензии сохнут кончики листьев? Давайте вместе с вами рассмотрим этот вопрос. Изменение краски или структуры листовых пластин гортензии связано с различными факторами. Может быть нарушение водного баланса, избыток или недостаток влаги, неподходящая для полива вода, нехватка питания или дефицит каких-либо определенных микроэлементов в почве, изменение кислотности грунта, реакция на солнечную активность, резкие перепады температуры воздуха, сквозняки, механические повреждения растения, возможно у растения заболевание или появились вредители. Подсыхание краев листьев у гортензии весьма распространенное явление. Перед тем, как предпринимать какие-либо действия, необходимо правильно оценить все факторы, приведшие к изменению окраски или засыханию краев листьев гортензии. Если это не сделать, то последствия для растения могут быть самыми печальными. Комнатную гортензию выращивают как горшочное растение, не пересаживая ее в открытый грунт. Однако пересадку ее в другую емкость необходимо выполнять ежегодно. Именно последствия этой процедуры станут одной из причин подсыхания листьев по краям. Это может быть акклиматизация в новой среде или механическое повреждение, полученное при проведении работ. Сказаться на самочувствии гортензии может еще не подходящий по размерам горшок или не соответствующий необходимым свойствам грунт. А еще слишком низкая влажность исправляется ежедневным опрыскиванием растения водой из пульверизатора. Может быть и излишнее защелачивание, убирают поливом слабым раствором лимонной кислоты, а недостаток питательных веществ внесением подкормки. Недостаточный полив. Норму внесения влаги нужно увеличить. Слишком яркий солнечный свет. В этом случае горшок с цветком нужно убрать в более затемненное место. Недостаточная. Кислотность почвы вызывает у гортензии хлороз. Самой распространенной причиной усыхания краев листьев является недостаточный полив. В этом случае водный режим для кустов необходимо пересмотреть. Одним из распространенных заболеваний гортензии является хлороз. Определить его можно по изменению цвета листьев. Они становятся светло-зелеными, с хорошо заметными темными прожилками. Причиной хлороза является дефицит железа в почве или снижение способности растения усваивать этот микроэлемент. Благоприятствует развитию этого недомогания и слишком низкая кислотность почвы. Чтобы избавиться от хлороза, гортензию опрыскивают раствором железного купороса и лимонной кислоты. Возьмите 2 грамма железного купороса и 4 грамма лимонной кислоты. Соответственно, разведите в 1 литр воды. Этим препаратом можно опрыскать, так и можно полить растение под корень. Еще хорошо помогают от хлороза препараты на основе хелата железа, например, ферровид или антихлороз. Грибковые заболевания появляются на гортензии сравнительно редко. В основном это септориоз. Распознать эту болячку можно по небольшим бурым пятнам на листьях. Если заболевание не лечить, листья гортензии начинают коричневеть, сохнуть и облетать. При первых признаках септориоза пораженные части растения нужно обрезать и сжечь, а затем обработать кусты препаратами с содержанием меди, бордовской жидкостью, хлорокистью меди или медным купоросом. Еще одна болячка – это мучнистая роса. Часто появляется на листьях в виде светло-пепельного налета. Пораженные побеги стремительно увядают, деформируются и, как правило, погибают зимой. Борются с этими заболеваниями при помощи обработки кустов различными фунгицидами – топаз, чистоцвет, фитоспорин. Еще одна болячка – это белая гниль. Признаком появления этой болезни является потемнение побегов, наличие на них нижней части гнили. При этом на листьях становится заметным белым пушистый налет. В большинстве случаев растения не удается спасти, поэтому многие цветоводы при появлении этой болезни уничтожают полностью куст. Зачитаю несколько советов от опытных садоводов, касающихся ухода за гортензиями при засыхании краев листьев. При пересадке гортензии можно использовать вместе с поливом препарат циркон. Благодаря ему растения быстро адаптируются на новом месте. В сильную жару, даже при интенсивном поливе и мульчировании гортензии может не хватать влаги, что приводит к пожелтению и засыханию листьев по краям. Увеличить иммунитет растения можно, если обработать его раствором смеси препаратов эпин и цитовид. Нельзя использовать для полива гортензии артезианскую
и водопроводную воду без специального умягчения. В ней содержится большое количество солей, магния и кальция, которые при поливе с каждым разом все больше и больше будут снижать кислотность почвы. Поливать гортензию нужно только отстоянной дождевой водой. Всем цветоводам желаю, чтобы ваши цветы радовали вас всегда и не болели.